Сейчас хочу попробовать вспомнить вкус этого малазийского кофе. Смотрите, как много! Красота просто! Это так много этого кофе! Я целый год хотела его выпить! Боже, это красота! Так, а тут на китайском написано, тоже производство малазийское. Ай. Такую вещь, наверное, тоже не будет импортировать. Только по Малайзии. Поэтому сейчас я раскрою этот пакетик, всыплю и буду просто наслаждаться. И скажу, какой вкус. Вот. Его так много в этом. Налила. Сейчас будет ароматный ореховый запах. Боже, классно, как я я заскучилась. Это такая красота. Это так вкусно. Так. Сейчас начинаю размешивать. Ой. Боже, это пенка, это густота этого кофе, это запах, аромат орехов. Я когда в Малайзии, я там все перепробовала, но выбрала именно этот кофе. Это мой самый любимый кофе. Еще мне нравится дуриановый кофе. Его не каждый его сможет вытерпеть. Потому что дуриан – это самый вонючий фрукт в мире и национальный фрукт Малайзии. Поэтому из него тоже делают кофе обалденный. И мне нравится дуриановый кофе. Этот любимый и дуриановый. Я уже один глоток отпила. Он настолько горячий, что мне придется пить по-другому. Боже, ну это так классно, орешки такие, просто обалдеть. Боже, какая красота, это просто райское наслаждение. Спасибо моей подруге, что ты прислала этот кофе, замечательный. Я так ждала его, наконец-таки я его получила.